Это мы едем из Корчина. Корчинское стадо. Плохо снимать на солнышко. О, наша газелька идет. Капелит. Ох, телята, лошади. Вот она, наша газель идет. Лошади, жеребята. Это все было в Потеряевке, вот такое же. Тогда было несколько конных товарных ферм, пока все не уничтожили. Ну что, коровки, телятки, телки. Это не дойные скот. Но на меня не уставились. Ну а что? Вот они за мной увязались. О-о-о-о-о! Эти на рога поднимут, мало не покажется. Вот они где. О! А там на поле скворцы. Если только видно их будет. Вот они. Ну, столпились все. Им интересно. Ну все стадо собрали, не надо кушать. Ну и что вы, а? Что, не видали никогда? А? Это тёлки, тёлушки. Вот обзывают друг друга тёлки. Так вот они, тёлки настоящие-то. А не те, которые пакости творят. А вон там на речке видно, что будто бы кто-то рыбачит. Витя, зайди, посмотри. На, сними, у меня руки трясутся, плохая съемка. Иди. На, там она выйдешь, на рыбака посветишь, лошадей поснимать. Да. Вот они. Корчинское стадо. Да хорошие какие. Лошадок и коровок. Это не коровы, тёлки. Тёлки. Вон лошадей поснимать. Вот они. Сколько их. Да какие хорошие жеребятки вон они ходят. А там рыбак сидит. На море. Вон, видишь, ребенок. Так, все, быстро поехали, за нами машина идет, надо уехать. Пыль, выключай.